Чемпионат мира, и тут вдруг Ульяна Трофимова. Все привыкли видеть другие страны. Прогресс нереальный. И она умница сама, девочка работоспособная. Не артачится на тренировках. Она периодически тоже тренируется со сборной команды России. Учится у них, у девочек. И вот вам прогресс. Насчет Анны Алябьевой я сейчас не знаю, но Алия Юсупова тренировалась всегда со сборной команды России. То есть Россия оказывала поддержку. Итак, Казахстан. Следующий номер нашей программы. Анна Алябьева. Упражнение со скакалкой. Может быть, и ничего страшного, что Кондакова совершила ошибку в этом своем первом выходе на ковер. Ведь больше 2 часов продолжает.